хотела я что-то приличное. А вот, ну, на самом деле, у этой песенки есть мелодия самостоятельная, но поскольку я ее забываю, то я пою ее на мотив, знакомый вам мотив. Надеюсь, что автор не придет ко мне с этим самым долговым мешком. Из Качи, из Санкт-Петербурга все люди до старости вплоть приносят в объятия хирурга свою неказистую плоть. И тот бескорыстием влекомый бессменно стоит у станка, но, может, отрежет кусочек для дома, да ломтик еще для щенка. Пускай доктора не крылаты, их всех Гиппократ обуял, как можно с такой зарплатой так сильно любить материал. Жена не привыкла к другому, свинина потом, а пока кусочек нежнейшей печенки для дома, да ломтик еще для щенка. В толпе нездоровых собратьей, где дружат, здоровье круша, где каждый диагноз невнятен, потемки любая душа, и все ж любопытством ведомо за скальпель берется рука, кусочек свежайшей печенки для дома и ломтик всего для щенка. И тянется славная служба, прекрасная в каждый момент, пока не кончается дружба, и жив хоть один пациент. И доктор выводит из комы, и вместо хвалы на века кусочек нежнейшей печенки для дома и ломтик еще на щенка. На самом деле я не знаю,